Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Интуитивная, чувствительная, творческая личность. Искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Обладателям этого имени не следует забывать, что в большинстве случаев они лишь игрушки в руках слепого рока. Нужно вовремя остановиться и не наделать фатальных ошибок. В основном нацелены на финансы, богатство и власть. Но если пренебрегают духовной стороной, то могут потерпеть неудачи в жизни. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.